Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Ее творчество имеет большое значение в мировой литературе, заявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. Русскоязычные писатели не получали Нобелевскую премию по литературе в течение 28 лет. Церемония вручения награды традиционно пройдет в столице Швеции 10 декабря. Сумма премии в этом году составляет 953 тысячи долларов. Светлана Алексиевич пишет на русском языке. Ее самая известная книга «У войны не женское лицо», посвященная Второй мировой войне. Букмекеры изначально называли Алексеевич главным претендентом на премию. Она обошла японского писателя и переводчика Харуки Мураками и кенийского автора Нгуги Ва Тхионга. Это не только мне награда, а награда, я думаю, и вообще нашей культуре, нашей маленькой стране, которая все время, всю историю сейчас в каких-то жерновах и всегда ее тиснут со всех сторон. То, что действительно ее интересует, это страдания, страдания и любовь. Я бы сказала, это две главные темы ее в творчестве. Целую книгу Светлана посвятила Чернобыльской катастрофе, еще одну «Миллиону женщин», которые так или иначе были вовлечены во Вторую мировую войну. Их истории были незаметными до того, как Светлана не рассказала о них. Я бы сказала, эту писательницу интересует эмоциональная история советского и постсоветского человека.